На обрывках пестрящих объявлений предложения разного рода финансовых услуг, сделки с недвижимостью, встречается и откровенно запрещенная реклама. О необходимости проведения очередной кампании по уничтожению мусорной рекламы говорили на еженедельном совете глав Щелковского района. Глава муниципалитета Алексей Валов поставил задачу руководителям поселений навести порядок на прилегающей к коммерческим объектам 30-метровой территории. На все объекты потребительского рынка сферы услуг порядка 4000 в Щелковском районе. Только 18 вышло дополнительное благоустройство в этом году. Будьте добры, подстегнуть, коллег. Алексей Валов поручил собрать отдельные совещания по проблемам развития промышленных площадок, индустриальных парков «Синергия», «Богослово» и «Вивьен». В обсуждении примут участие руководители отраслевых компаний, ресурсоснабжающих организаций, действующие и потенциальные резиденты. В ходе обсуждения имущественный блок администрации подвел промежуточные итоги. В Щелковском районе более 2600 незадекларированных земельных участков поставлены на кадастровый учет. 2619 мы поставили объектов, поставили на кадастровый учет, но чтобы было понимание, то есть это 30% общего исполнения всего лишь. Коллеги, это прежде всего ваши налоги. Подтянуть показатели поручены главам Трубинского и Загорянского. В этом году район обнаружил более 9000 участков, с которых не выплачиваются налоги. Обсудили на совещании и подготовку к 1 сентября. Завершается приготовление к новому учебному году. Кстати, с 1 сентября увеличенные надбавки классным руководителям и молодым специалистам на 5000 рублей. Итого они составят 6000 с 1 сентября. 28 августа на областном собрании подведут итоги рейтинга директоров образовательных учреждений Московской области. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».